Йоу. Давай бери камеру или телефон, покажи, как гнешь лом или строишь дом. В один дубль да пыконом не казалось, чтобы Максу и Косте ничего не оставалось, кроме как отдать 1000 рублей, прикинь. Замути в кадре чумовой прикид, ты кинь вызов, ну же покажи, что ты актриса. Съешь за 2 минуты 4 кило риса. Или проткни руку, но сильно не рискуй. Мы не боги по воде, не ходим только по песку. Давай подай газку, зажги спичку об воздух. Покажи всем, как в металл ты превращаешь доску. Не забудь про сноску и слова «я жду косарь». Ты что еще не бросил? А ну быстрее бросай. Но не прокатит тут красивые глаза. Макс Брант и Костя Павлов ищут уникум талант. Я, короче, вам вызов. Только лучший достоин приза. Вызов, уникальность как виза. Вызов, со дна взлети и до мыса. Покажи, как ты можешь бросить вызов. Вызов, только лучший достоин приза. Вызов, уникальность как виза. Вызов, со дна взлети и до мыса. Покажи, как ты можешь бросить вызов. Раз в неделю в воскресенье обладатель зрения может наблюдать выпуск пары гениев. Мнения в комменты, мнения важны. Выполнить порой не просто вызовы сложны. Порой на грани сил ловил себя на мысли, что не повторил бы. Что-то очень кисло, что-то слишком остро, что-то слишком сухо, что-то требует сток выдержки 5 к духу. Ведущие находчиво, устойчиво, а впрочем, вы сами посмотрите, прошу настойчиво. Время проведете с пользой, сидя в интернете. Найдут полезные там взрослые дети, дамочки и леди, эти и медведи. Должно понравиться любому существу на свете. Неважно, любишь ты кино, сериал или нуар, это стоит видеть резервуар. Вызов, только лучший достоин приза. Вызов, уникальность как виза. Вызов, со дна взлети и до мыса. Покажи, как ты можешь бросить вызов. Вызов, только лучший достоин приза. Вызов, уникальность как виза. Вызов, со дна...